Итак, всем доброго времени суток. Сегодня кто-то там ходит. Решил снять видео по поводу автономности аппарата Blackview A20. И этот телефон действительно меня удивил по поводу автономности. 3000 мАч батарея. И как же он хорошо держит заряд. Вот он, кстати, наш телефончик. Вот. Я просто обалдел. Я, конечно, офигел с того, что сначала... В батарее там не было статистики своей родной, это, конечно, хреново. Вот, но я установил и решил немножко поюзать. Я, конечно же, доюзаю до конца, недостаточно памяти у меня, так ладно. До конца доюзаю, вот, но сейчас кое-какие результаты вам скажу, покажу. То есть у меня за 19 часов 41 минуту ушло 32% батареи. То есть теоретически, в принципе, в таком минимальном использовании телефон может проходить где-то дня 4 на 3000 мАч. Это круто. Дня 4. Вот, это так, минимальные звонки там какие-то, может быть, фото, видео, еще что-нибудь такое небольшое. В общем, да? Я вам даже покажу статистику. Что говорит-то, да? Сейчас я вам, вот, кстати, статистика вот такая вот. Мы сейчас там еще немножко внизу, там у нас есть тоже. Вот, посмотрите, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Вот. Это, блин, круто, 33% за 19 часов. При том, что телефоном я, конечно же, как бы, ну, не звонил никуда, потому что нет такой необходимости. Вот, ну, сейчас посмотрим. Работа экрана у нас получается 57 минут 41 секунда. Радиомодуль 19 часов 44 минуты. Wi-Fi 19 часов 44 минуты. Бодрствование 52 минуты. Bluetooth 6 минут. Я тут сегодня еще, правда, видео снимал. Минут так 20 где-то, около того. Так, последнее. Туда-сюда. Разговор, я все-таки звонил кому-то. Разговор у меня тут был 4 минуты, 4 с лишним. Вот, и сейчас у меня тут 67% батареи. То есть в режиме ожидания, когда телефон выключен, он вообще почти не расходует энергию. Я не знаю, что там Google сделали, как они там нашаманили, но это определенно лайк заслуживает. Так что круто сделали, блин. Хорошая оптимизация системы, хорошая доработка самой этой системы. Они сделали, они смогли. Android Go, да, они там что-то почикали, но не сильно. Но по автономности это, да, замечательно. Вот такое вот у нас сегодня видео было. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. Обязательно я потом сделаю уже конечные тесты, там что там все, погоняю. И расскажу свое мнение. Также будут тесты в игрушках. Меня там тоже просили про одну игрушку снять видос именно на этом телефоне. Так что подписываемся на канал, комментируем видео, ставим лайки. Всем спасибо. Пока.